В Сургуте после ремонта открыли одну из самых долгожданных дорог. Улица Меликкарамова была перекрыта почти 2 месяца. Это создавало заторы в ближайших дворах при движении жителей жилого комплекса «Возрождение». К слову, в нем находится около 2000 квартир. Однако откладывать ремонт дороги было нельзя. Здесь установили систему ливневой канализации. Из-за ее отсутствия дорожное покрытие быстро разрушалось. Сейчас с нуля возвели инженерные сети, установили 29 водоотводных колодцев и уложили асфальт. Протяженность дороги составляет 545 метров. Трасса официально открыта, осталось только нанести разметку. Напомню, запустить движение на Меликкарамова изначально планировали в конце августа, однако строители столкнулись с непредвиденными обстоятельствами и сдвинули сроки. Нашли монолитные участки дорог, то есть потребовалось дополнительное время на разбор этих участков. В соответствии с этим сдвинулись маленькие сроки по реализации самого этого участка. Но в итоге мы справились и считаю, что работа выполнена отлично.